пары. Вот. Ну мы будем за нее. Сделаем следующее. Давай, Сам, молодец. Ай-яй-яй. Давайте как-то разделимся в этом плане. Стоит здесь. Отбегающий, блокирующий. Когда на той стороне? Не забывайте, что защитники первый мяч. Вы отбегаете. Вы постарайтесь вдоль сетки. Нападающий старается попасть в вас. Там вас стоит посудить. Вы довольны. Не знаю, здесь. Тогда я буду там. Набрасываю мяч. Ближе дальше. Легкий мяч. Хорош, накатил. То есть, например, я набрасываю вот сюда. Значит, его надо вот здесь на принять, оттянуться и сделать первый шаг во время передачи. Ну, делаем шаг, ловим мяч. Делаем пока только это. Просто вверх. Оттянулась. На прыжка. Вы делаете это по очереди. Не, давайте, наверное, с ребятами, а я вот с ребятами. Сейчас, может, делайте? Я посмотрю. Первый в защите кто? А второй на передаче. Обычная доводка между зон. Еще раз. Завел мяч. Только сейчас работает. Его, надо набросить мяч снизу, легкий мяч, и так, чтобы было перемещение. Не нужно набрасывать в зону, откуда мы в любом случае будем нападать. Отсюда не надо никуда ходить. Мяч потеряли, поменяли пасующие с нападающим. У нас все время один и тот же, защитник отбегающий. Ты ровно в зону... Не, нормально. Ты ровно в 3 метра и набрось. Надо под сетку, либо далекий мяч. Красиво. Невысокая передача. Ничего, игрока. Да. Не, без атаки, вообще без атаки. Поймать, отдать Егору. Не важно, снизу сыграли. Не лови, не играй. Подержите дальше. Или пока. Да, давайте один поделаем. Сейчас посмотрим. Передачи делайте пониже. Пониже передачи делайте. Нет. Вот, Егор, Валер, как раз ровно ты принял, когда он не сразу начал движение. Сразу. Встань. Вот, типа, у нас время. Завел. Защитник. Завел. Получил передачу. Правый ноги. Остался на сетке. Там вторая передача. Правый ногой. Носа сыграл защитник, пошел нападать. Егор, не набрасывай на 3 метра. Невысокая передача. После второй передачи. Прямо во время передачи. Оттягиваемся после второй передачи. Давай не делаем передачу, ты просто ловишь. Нет, внутри. Внутри. Ты должен сделать вот этот шаг. Доводишь, пришла к сетке, невысокая передача. Оттянулся там. Пробуй. Олег, мячи, нужно снизу. Поменялись, мяч потеряли, поменялись за пасующих с нападающим. Работаем в защите, готовимся. Невысокую передачу делайте. Передачу невысокую. Невысокую передачу. И оттягиваемся. Давай. Давайте по 15 раз. Очень хорошо. Второй мяч. Давайте вы тоже. Ну, один. Чего страшного, если сразу не держится мяч? Четче, давайте, да вот, четче. Невысокую передачу. Еще можно ниже. Если неудобно, снизу скидывайте мяч. Невысокую передачу делайте. А перед этим подостановиться. Пас пойдет куда угодно. Может быть шире, тогда ты сможешь делать все эти шаги. Это очень широкий прием. Правый. А, ты правый. Все правильно. Можно потом. Все, как можно. Прием. Молодец.
дальше, да, невысокая передача. Невысокая передача, раньше нападающий. Раньше приходите в атаку, в атаку, в атаку, в атаку, у них невысокая передача. Хорошо, побежала, побежала вперед. На сетку сильно не наводим сейчас. Движение, движение, движение в мяч. Быстрее, приди, Юля. Раньше приходи, раньше. Ускорением. Доводка, ускорение. Доводка, ускорение вперед. Я просто как прихожу вот так, по привычке. Двумя руками как? Четче, четче, управляем мячом, давайте. Давайте завершающий раз до потери мяча и следующее упражнение. Да, в принципе, это тоже вариант нормы, главное, чтобы ближе, 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 приходим. Ближе приходим. Не надо высокую передачу сейчас давать. Лови, лови, лови. Короче, вот, 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 вот. Только не на сетку. Короче, передачу. Не на сетку. Вот, молодцы. Пару короткую делать, подойди поближе. Все. Короткую передачу, не на сетку. У нас так времени мало. Еще быстрее передачу. Все, хорош. Закончим. Создавайте условия, при которых вы сечок максимально эффективно. С высокой передачей неудобно работать. Я поделаю. Площадь маленькая, нам нужно попадать очень точно. Вань, Ваня! Короткий посылочек делать более быстрой передачей. Но опять, нападающий должен приходить в разницу. Так, я не знаю, что пойдет в вас. Не делай.